Сегодня мы с вами полетим в гости к Матвею. Посмотрите, на чем. Ну-ка, что же это у нас такое? Это вертолет. У вертолета есть винт большой. Сейчас мы с вами покажем, как он крутится. Приготовили ручки, будем вот так заводить винт. Готовы? Полетели. Вертолет летит. Теперь в другую сторону. В нем мотор гудит. Вертолет летит. Себе крутим. В нем мотор гудит. Винт. И он вот так крутится. Вот так крутится. Давайте мы подуем на наш винт. Вот так. Ну-ка еще разочек подуем. Молодцы. И еще раз подуем. Готовы? Ну что, мы прилетели прямо к дому. Ой, смотрите. Матвей-то еще не вышел? А что он там торчит? Что это у него торчит? Уши, точно. Значит, Матвей еще что делает? Правильно, он еще спит. Ой, давайте его звать. Ручки приготовили? Зайка Матвей, выходи скорей. Мы тебя ждем. Ой, смотрите, он вот так потянулся. А сейчас смотрите, что он такое делает. Вжик. Точно, он чистит зубы. Выходи, Матвей. Ой, привет, Матвей. Привет, ребята. Привет. Ну что, ты будешь завтракать? Да, конечно. Я очень люблю. Да, мы знаем, что ты очень любишь. Ты любишь салатик? Приготовили? Мы будем делать для нашего зайчика Матвея салат. Мы капусту рубим. Мы капусту соем. Мы капусту трем. Мы капусту жмем. Тарелочку положили, зайчика угостили. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. А теперь давайте еще одного зайчика сделаем. Вот такого. Ешь, зайка. Ням-ням-ням-ням. Матвея тоже угостим. Ешь, Матвей. Ням-ням-ням-ням-ням. Съел. Сегодня к Матвею пришли дети. Пришел Ваня и Валя. Ребята, как мальчика зовут? Ваня. А девочку как зовут? Валя. Когда они шли к Матвею по лесу, они как будто видели. Отгадайте, кого же они там видели? Слушайте внимательно. Ву. Дети видели са? Ву, точно. Вот кого они видели. Са. Ву. Ва. Летает по лесу са. Ва. Дети подошли к домику Матвея. Начался сильный ветер. Давайте мы покажем, как же был этот ветер. Прямо вот так. А еще вот так. Еще вот так. Вот какой сильный ветер. А у вас получился ветер? Смотрите, что же принес ветер. Ой, сильный ветер принес нам букву В. Это любимая буква Вовы и Вали. Посмотрите, какая она красивая. Палочка. Живот. Это буква В идет. Давайте еще раз вместе со мной. Палочка. Живот. Это буква В идет. Буква большая В принесла в подарок деткам маленькие буковки В. Это для Вовы. В. На, Вова. Это для Вали. В. На, Валя. А дети буквы В тоже что-то хотят подарить. Ой, смотрите, что они ей приготовили. Что это за подарок такой? Это же волк. Держи. Еще смотрите, что они приготовили. Ванну. И какое-то варенье положили, смотрите. Это вишневое варенье. Вот у них сколько подарков. А вы, ребята, нашли в своем альбоме буковку В? Еще нет? Идите, ищите.